У 16-й группы уроки были посвящены новостям, самым что ни на есть серьезным. Прежде чем они сели за дикторский стол, прошла теория. Из нее они узнали, как готовить текст к вычитке и как правильно подать нужную информацию. Ребята проходили ряд упражнений для улучшения своего артикуляционного аппарата. Банк Астаны официально перестал существовать. Апелляционная коллегия не удовлетворила жалобы, и сегодня суд вынес заключительное решение признать финансовое учреждение ликвидированным. Хотите стать звездой или хотя бы увидеть всю телевизионную кухню изнутри, приходите в медиацентр Музон. Ищите нас в Инстаграме и именно там задавайте интересующие вас вопросы.